Скажу просто. Сегодня вместе с нами на нашем благотворительном марафоне певица Юлия Волкова. Встречаю. Добрый день. Добрый вечер. Уже вечер, ближе к вечеру. Конечно, не очень такое достаточно приятное событие сегодня. Дети тоже оказались проездом. Вот история про Лену Тумайкину, которая никогда ничем не болела, которая попала в аварию с своими родителями. Родители погибли. Девочка лежала в коме. 4 клинические смерти. В общем, конечно, все это очень печально. Но врачи сказали, что мы можем все ей помочь, потому что ей специальный тренажер, и она сможет встать, она сможет жить. Поражает, конечно, ее стойкость. 16 лет и пережить на себе такое непростое вообще событие жизни, моральное, остаться одной. Но поражает желание жить. И вот для всех, для нас, я считаю, что мы должны взять с этого самое главное. Несмотря ни на что, мы должны идти вперед и просто жить, расправив крылья. Я спою сегодня несколько песен для нее и для вас, конечно же. А мы давайте, чем можем, тем поможем этим детям, которые есть все равно в нашей жизни. И неважно, мы должны помогать всем, кто есть на этой земле. Шаг, ночь, бег, день, сон, прочь в тень. Спасибо. Я думаю, что следующую песню вы все прекрасно знаете. И очень хотелось бы, чтобы все, кто сейчас здесь присутствует, давайте даже порепетируем. Небо уронит ночь на ладони. Еще. Как-то слабо. Но давайте сейчас начнется музыка. Я думаю, что вы оживете. Давайте все поднимем руки и начнем прыгать. Все, 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 не вижу. Девочки, мальчики. Нас не догонят. Нас не догонят. Нас не догонят. Нас не
Спасибо, ребят, огромного. Всем хорошего вечера. До новых встреч. Друзья, ваши аплодисменты. Юлия Волкова.